приветствую на своем канале. В сегодняшнем видео я вам хочу показать, как связать вот такую вот кофточку. Она у меня связана для девочки. Если же вы будете рукавчики вязать просто классической платочной вязкой без узорчика, то в принципе она подойдет на мальчика. Можете сделать, так сказать, на правую полочку положить левую, либо, если для мальчика, то наоборот, вы будете на левую ложить правую. Ну, в принципе, честно говоря, я видела, что и для мальчика вяжут, так сказать, левую полочку на правую ложат. Это не имеет значения такого особенного. Связана кофточка с капюшончиком и в таком жакетном, так сказать, жакетной длине. Не пальтишко, а жакетик. Если вы хотите пальтишко, можете, когда мы будем вязать спинку и полочки, связать более подлиннее и добавить еще две пуговички. То есть у вас будет 6 пуговичек, и это будет, так сказать, такое вот в виде пальтишка удлиненная кофточка. Карманы я делала такие не вставные, а наметочными швами просто пришила сверху, так как я хотела, чтобы у меня располагались полосочки. Вы можете сделать вточные, вставные, в общем, суть на этом я не заостряла. Я, как всегда, в очень большом темпе спешу, так сказать, вяжу, поэтому я вам сегодня буду рассказывать основные такие положения. Итак, ширина кофточки в обхвате 60 сантиметров, то есть полуобхват 30 сантиметров. И точно так же вниз она 30,5 у меня сантиметров получилась. То есть от плечевого скоса до, так сказать, нижней части у меня 30,5 сантиметров. Рукавчик у меня от начала плеча, учесть, что он с отворотиком, он у меня 25,5 сантиметров. То есть вот отсюда до конца рукавчика 25,5 сантиметриков. Как вы видите, у меня он идет капюшончик с отворотиком небольшим таким. Вы хотите, можете более классический вариант. Я набрала как бы на спинке побольше количество петель. Если же вы не хотите такой широкий, просто когда мы будем набирать на капюшончик петельки, просто набираете, допустим, мы набирали, каждое второе делали прибавку, вы делаете каждое третье или каждое четвертое. То есть не так много прибавок, если хотите более узкий капюшон для мальчика. Ну, честно говоря, я померила, так сказать, на девочку, которую вязала, и у меня получился капюшон не слишком такой барский широкий. Поэтому, в принципе, даже для мальчика этот капюшончик подойдет. Если же вы хотите однотонный, как вы видите, я делала небольшие такие вставки персиковые. Если хотите однотонный, берете просто одну ниточку, так сказать, однотонную, и вяжете. Хотите меланжевую, уберите, то есть без полосочек, просто как меланжевая ниточка будет переход делать, так и вы по ходу будете делать, так сказать, цветовой переход. Я сделала, опять же, 4 пуговички. Если вам кажется, что 4 это слишком такой вариант грубый, так сказать, для девочки, можете сделать 6. То есть вы просто, когда мы будем делать пуговички, просто пониже на несколько рядочков сделаете пуговички здесь. И затем верхние у вас будут, как у меня. Либо наоборот, еще выше, для того, чтобы шейка у ребенка была, ну, так, более закрытая. Но, честно говоря, еще раз повторюсь, я померила, и мне кажется, очень даже хорошо. Я связала эту именно кофточку для девочки год, и, так сказать, она ей немножечко большеватая. Вы уже смотрите, то есть я планирую так, чтобы она у меня хватила на весну и на лето. То есть на лето она сейчас немножечко длинноватая, и точно так же по кофточке, по рукавчикам она такая большеватая слегка. И на лето я планирую, чтобы вечером одевать, так сказать, в прохладную погоду или под дождь. В общем, рассчитана кофточка, еще раз повторюсь, на девочку год-полтора. Вы уже смотрите по своим меркам. Если же вы хотите на мальчика 2 года, я думаю, что более достаточно будет набирать петли, как у меня. То есть плотность вязания, я вам скажу в начале. И просто довязывать, так сказать, высоту полочек и спинки, то есть сделать более пониже. Ширина, так как 60 сантиметров обхват, то я считаю, что для ребенка 2 лет это более чем достаточно. Точно так же и делаете прибавление на рукавчике, когда мы будем делать, просто немножечко длиннее делаете рукавчик. Можете без прибавления просто провязать немного здесь длиннее. Либо сделать еще пару прибавлений, чтобы
Здесь как бы более такое было, больше, так сказать, расстояние для ручки. И опять же, где мы будем делать проймочку, просто делаете проймочку больше. Так сказать, для более подробного расчета я запишу отдельное видео. Сейчас я не буду над этим углубляться. Итак, мы начинаем вязать. Для вязания вам понадобится пряжа. Я взяла Alize Superlana Classic фирмы 152 цвета. Это меланж серый с бежевым смешанный. Так как у меня кофточка для девочки, я решила, что этот цвет очень темный. Поэтому я решила его освежить таким персиковым нежным цветом. И вот как бы он у меня будет, так сказать, для отделки. Основной цвет у меня будет бежевый. Если вы вяжете для мальчика, то возьмите какие-то более такие приемлемые тона, там голубой, синий, джинсовый. В общем, какие посчитаете нужным. Для девочки то же самое. Можете взять просто розовый и не делать никаких дополнительных цветов, смешивать. Также вам понадобится 4 пуговички. Я взяла в тон под цвет пряжи, так как у меня будет еще для в качестве дополнительного цвета персиковый. Поэтому я решила, так сказать, сделать более совмещенное по цветовой гамме. Вы можете взять черные, коричневые, можете взять деревянные пуговицы. В общем, как на ваше усмотрение. Также основные спицы у меня 3,5. Многие советуют вязать двумя видами спиц, то есть, допустим, 3,5 и четверочкой. Но, честно говоря, под мою пряжу мне кажется, что четверочка это слишком большой, поэтому я буду вязать одними спицами. Так как нам еще, так сказать, для отделки понадобится, у нас детали все вяжутся отдельно, поэтому я вам советую взять еще такого же номера 3,5, то есть чулочные спицы, для того, чтобы нам на чулочных спицах потом оставлять, так сказать, наши отрезочки. Мы не будем их заканчивать, наши детали, а просто оставлять открытыми петлями на спицах. Поэтому вам понадобятся еще дополнительные спицы. Можете взять такого же размера обычные платочные спицы. Нет, значит, чулочные. В общем, как вам будет удобно, вам нужны будут дополнительные спицы. Хотите, можете взять немножечко другого размера, там, допустим, троечку, либо не тройку с половиной, там, двойку с половиной. В общем, на чем-то вам нужно будет оставлять открытые петли. Я поначалу оставляла их на, так сказать, девала ниточку в иголочку и продевала на ниточки. Но, честно говоря, меня потом смущало заново одевать петельки на спицы. Поэтому я вам рекомендую взять все-таки другие спицы просто. Также вам понадобится сантиметр, 2-3 булавочки для того, чтобы нам оставлять, так сказать, ниточку. По длине вы ее потом будете сворачивать, я вам буду говорить, где ее нужно оставлять, для того, чтобы нам потом лишний раз не присоединять, не делать никакие узелки, связывание ниточек. В общем, нам нужна будет просто ниточка в открытом, так сказать, виде по длине. Также крючок для сшивания деталей, вам понадобятся ножнички и, конечно же, ваше хорошее настроение. Мы начинаем. Плотность моего вязания 22 петелечки и 48 рядов в высоту. Это квадратик 10 на 10. В общем, берем ниточку и начнем мы наше вязание со спинки. Берем, отступаем от краешка ниточки где-то метр. Можете отступить метр 10, чтобы наверняка. Отступаем, отступаем метр. Берем спицы наши и набираем обычным классическим способом 67 петелек. Для моего размера я посчитала, мне нужно 67. Если вы посчитали, вам нужно меньше, то, соответственно, вяжите меньше. Я вам размеры сказала в начале, поэтому вы отталкиваетесь от них. Итак, первые две петелечки я, как всегда, набираю на одну спицу, для того, чтобы не был растянутый краешек. И прилаживаю вторую спицу, прикладываю и продолжаю дальше. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 64, 65, 66 и 67. Набрали наши петельки. Теперь перед тем, как вытаскивать одну спицу, я вам советую вот этот кончик, ниточку нашу, которую мы оставляли для пришивания, так сказать, для сборки дальнейшей, вы просто берете, наматываете вот так вот на пальчики, либо каким-то другим способом, и берем нашу булавочку, что я вам говорила сначала, либо можете булавочку заменить обычной, так сказать,
кусочком ниточки другого цвета, либо такого же, в общем, чтобы вы видели. Берете, в общем, булавочку, либо ниточку и, так сказать, прикрепляете наши вот эти вот, так сказать, длину ниточки, которую мы оставляли. Вот, прикрепляем, чтобы она нам не мешала. И теперь вытаскиваем свободную спицу, то есть на которой нет начальных двух петелек. Осторожненько вытаскиваете и начинаете вязать. Первую кромочную мы снимаем, а затем все дальнейшие петельки провязываем лицевыми петлями. То есть абсолютно все вязание у нас будет состоять из платочной вязки. Берете, провязываете все лицевые. Последнюю кромочную мы будем провязывать изнаночной. У нас это спинка, поэтому мы будем оставлять кромочные петли, первую и последнюю, красивыми косичкой, чтобы у нас потом легко было, так сказать, сшить детальки наши. У нас будут края такие косички, красивые, ровненькие. Поэтому я вам советую первую кромочную снимать, последнюю провязывать изнаночной. Итак, у нас первый ряд, получается, провязываем лицевой. И второй ряд провязываем тоже лицевой. Третий, четвертый и так далее. В общем, платочной вязкой. В дальнейшем я вам буду говорить, когда с лицевой стороны и с изнаночной. Я вам сейчас скажу сразу. Лицевую сторону я буду считать за изнаночную. Так как у нас вот начало, так скажем, это лицевая часть. Но в дальнейшем я буду считать ее изнаночной, потому что, честно говоря, вот эту сторону я не очень люблю. Я люблю вот там, где у нас косичка, то есть красивые ровные края. Вот когда я вам буду говорить, что с лицевой стороны, значит вот это где косичка. Вы как хотите, то есть вы для себя решите, какая вам сторона больше нравится и подходит. И, в общем, я буду, если говорить, то чтобы вы знали, что я буду называть сейчас за изнаночную сторону лицевую, а лицевую за изнаночную. Потому что, еще раз повторюсь, мне нравится больше сторона там, где косичка. Если вам нравится вот эта сторона первая, то, так сказать, вы делаете по-своему, на свой вкус и цвет. В общем, довязываем вот так вот лицевыми только петельками. 20 сантиметров, то есть мы сейчас провязываем последнюю изнаночной и с самого начала повторяем второй ряд. Кромочную снимаем, все петельки лицевые. Таким образом мы провязываем высоту спинки до проймочки. У нас на спинке никаких таких особенностей нет. У нас спинка идет просто платочной красивой вязкой. Мы провязываем, я вам даже не подскажу, сколько рядочков, а просто отмеряете сантиметром, либо, в общем, рулеткой, что у вас там, чем вы измеряете сантиметры, до проймочек, то есть 20 сантиметров. Вообще рекомендуют по, так сказать, по описанию, которому я когда-то делала, 16,5 сантиметров. Но я делала для 6-месячного ребенка 16,5, и это, скажем так, получился такой жакетик, то есть спинку прикрывает, но не удлиненный. Если вы хотите более короткий, то провяжите 16,5-17 сантиметров. Я буду делать по своим размерам, которые я намерила на ребенка. Итак, провязываете 20 сантиметров и заканчиваете вязание, так сказать, с первого ряда, то есть с вот этой стороны. Если же у вас это лицевая сторона, то заканчиваете на втором ряду, на изнаночной. Итак, вот я провязала 20 сантиметров высоту и закончила со стороны. У нас оставались ниточки вот с левой стороны. И сейчас мы будем делать, так сказать, проймочки наши, делать сокращения. Сокращать мы будем 4 петельки с одной стороны и 4 петельки с другой стороны. Для этого берем первую петельку, снимаем, затем вторую провязываем лицевой и первую одеваем на вторую. Делаем, так сказать, такую протяжку. Это мы сократили одну петельку. Теперь делаем вторую лицевую, на нее одеваем снова петельку. Это 2. Сократили 2 петельки. Снова делаем лицевую, одеваем на нее
петельку 3. И еще раз так делаем, лицевая, одеваем петельку 4. То есть таким образом мы с вами сократили 4 петельки. Теперь до конца этого ряда провязываем, как обычно, все петельки лицевые, кромочную, изнаночную. И разворачиваем наше вязание на изнаночную сторону. Повернули на изнаночную сторону. И теперь снова кромочную снимаем. Затем провязываем вторую лицевой. На нее одеваем первую кромочную. Затем снова вторую лицевой. На нее одеваем ту же кромочную. То есть как бы постепенно мы сокращаем. То есть вот третий раз лицевую сократили протяжкой. И четвертый раз последнюю лицевую сократили протяжкой. Таким образом, смотрите. И дальше продолжаете лицевыми петельками все как обычно платочной вязкой. Таким образом мы сократили с одной стороны 4 петельки и с другой стороны 4 петельки. Теперь мы продолжаем вязать прямой вязкой до того момента, пока у нас от начала вязания до, так сказать, высоты плечевого шва, который мы будем провязывать чуть-чуть позже, у нас должно получиться высота 32 сантиметра, то есть от начала вязания мы провязали 20 сантиметров, сделали наши сокращения на проймочке с одной стороны и с другой стороны. И теперь с этого момента мы продолжаем вязать лицевыми петельками, все как обычно, до 32 сантиметров в высоту. И заканчиваем снова вязать с изнаночной стороны, то есть мы начнем продолжим, так сказать, вязание. Начнем сокращение на плечевые швы с лицевой стороны, а затем с другой стороны будем провязывать с изнаночной. То есть, как сокращали проймочки, сначала с лицевой стороны, а затем довязали ряд и начали сокращение с изнаночной стороны. Так и там мы будем делать точно так же. То есть сейчас довязываете высоту нашей спинки, то есть общую высоту, которая нужна вам, если у вас другие расчеты. И просто затем мы продолжим делать плечевые швы. Почему я не заостряю свое внимание на провязывании, то есть отдельно платочную вязку вы можете посмотреть в моих видеоуроках предыдущих записанных. Если вам был непонятен набор петель, тоже можете посмотреть в подробном видеоуроке. А сейчас я показываю непосредственно, сколько сантиметров мы провязываем, как мы убираем проймочки и плечевые швы. Я провязала от начала вязания до высоты нужной мне, то есть 32 сантиметра. Вы провязываете, какую нужно вам высоту. И теперь же мы остановились на лицевой стороне, то есть провязали последний изнаночный ряд. И с лицевой стороны мы сейчас будем сокращение делать на плечевой скос. Я взяла спицу поменьше, чтобы мне было удобно вам показывать. Вы хотите, можете меньше, хотите больше, то есть как вам удобно. Итак, первую снимаем, и нам сейчас нужно сократить 15 петель. Мы как делали сокращение на проймочку, так и сейчас будем делать только не 4, а 15. То есть первую кромочную снимаем непровязанную, затем следующую провязываем лицевой. И кромочную одеваем на лицевую. Это одно сокращение. Затем снова лицевая. Одеваем на нее. Это второе сокращение. Лицевая. Одеваем на нее. Третье сокращение. Лицевая. Протягиваем на нее. Четвертое сокращение. Лицевая. Протягиваем на нее. Пятое сокращение. Лицевая. Протягиваем. Шестое. Лицевая. Протягиваем. Седьмое. Лицевая протяжка 8, затем лицевая протяжка 9, лицевая протяжка 10, лицевая протяжка 11, лицевая протяжка 12, лицевая протяжка 13, лицевая протяжка 14 и лицевая протяжка 15 убавление. Таким образом, мы сделали с вами плечевой скос. С другой стороны, нам нужно точно так же закрыть 15 петель. И смотрите, у нас получаются такие же точно сокращения протяжками, как мы делали
на проймочку, так и сделали на плечевой скос. Теперь я переодену, возьму большую спицу, мне нужно будет провязать этот ряд до конца. Одеваю снова спицу. Хотите, делайте все одной спицей, мне просто удобнее так вам показать. У меня, так сказать, пространство не слишком большое для больших спиц. Итак, в общем, одели спицу и продолжаем вязать до конца ряда, кроме последней кромочной, изнаночной, все лицевые петельки. Довязываем до конца ряда, и затем я вам покажу, как делать с изнаночной стороны снова 15 сокращений, убавлений для плечевого скоса левой стороны. Провязали ряд до конца, и теперь с этой стороны точно так же убавляем для плечевого скоса правой стороны, убавляем 15 петелек. Я снова взяла короткую спицу, рекомендую здесь вам, если у вас такого же диаметра, взять тоже короткую. И мы на ней будем заканчивать. То есть кромочную снимаем. И все как всегда. Лицевая, на нее одеваем кромочную. Лицевая, на нее одеваем петельку, которая у нас на спице. Лицевая, протяжка. Лицевая, протяжка. И таким образом мы считаем, чтобы у нас точно так же убавилось 15 петелек. Я убавила 4, сделала протяжки. Лицевая протяжка 5. Лицевая протяжка 6, лицевая протяжка 7, лицевая протяжка 8, лицевая протяжка 9, лицевая протяжка 10, 11, 12, 13, 14 и последняя лицевая протяжка 15. Теперь смотрите. Всегда рекомендуют во всех журналах, во всех описаниях этой кофточки, рекомендуют оставшиеся петельки закрыть, так как нам их мало, в принципе, для вывязывания капюшона. То есть, если вы хотите закрыть, как сказано в описании, то продолжаете лицевая протяжка до конца, закрываете вот эти петельки. Но, честно говоря, я никогда эти петельки не закрываю оставшиеся. Я просто довязываю до конца ряда. То есть оставляю на коротенькой спице довязанные до конца петельки. И потом, чтобы у нас не было при сшивании, так сказать, деталек и при вывязывании капюшона сзади, где, ну, где затылочек, так скажем, где, в общем, наш шейный позвоночек верхний, там у нас будет грубый шов, если мы сейчас закончим и будем набирать петельки потом при вывязывании капюшона. Поэтому я вам советую точно так же провязать до конца просто лицевыми. Последнюю можете изнаночной провязать. И затем мы с вот этих петелек со спинки просто оставляете их на дополнительной спице, и мы с них наберем потом дополнительные петельки. Просто будем провязывать лицевая, затем прибавку делать. Лицевая прибавка, лицевая прибавка. И просто сделаем прибавки. То есть, чтобы у нас не было грубого шва с внутренней стороны, чтобы ребеночку было удобно, так сказать, со стороны, где у вас капюшон, чтобы не было рубца шва никакого, то я вам предлагаю оставить все-таки открытые петельки. И я вам потом покажу, как мы будем прибавлять петельки наши, так сказать, прибавления делать. Поэтому сейчас вы просто, вот довязали мы спинку, довязали до конца спинку, 32 сантиметра она в высоту, мы сделали проймочки, мы сделали плечевые скосы и оставили на дополнительной спице просто открытые петельки. Сейчас я вам скажу, сколько у меня. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 29 петелек у меня. У вас то же самое просчитайте. Если у вас не 29, значит вы закрыли лишнее, либо не дозакрывали. В общем, 29 петелек оставляете. Хотите, ниточку можете обрезать, но не слишком короткую, для того, чтобы вам потом выполнить плечевой скос. Вот здесь вот оставляете где-то сантиметров 30. Если же хотите, можете просто с внутренней части мотка достать второй кончик и им, так сказать, начинать новое вязание. В общем, я думаю, что у вас здесь вопросов не должно возникнуть. Спинка наша окончена. Мы продолжаем вязание с левой полочки.
На левой полочке у меня будут располагаться петельки, на правой полочке у меня будут пуговички. Если у вас наоборот, если у вас на мальчика кофточка, то вы уже ориентируетесь, скажем так, по ходу вязания. Итак, снова отступаем с метр нашей ниточки для пришивания, оставляем и набираем 48 петелек. Сначала набираю на 1-2 петельки, затем приставляю вторую спицу, чтобы не был растянутый край последней петельки. И продолжаем. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 44, 45, 46, 47 и 48. Теперь берем короткий край ниточки, то есть не основного для вязания, а второй, тот, который короче, мы оставляли для вязания, для пришивания. Берем снова булавочку и прикрепляем, так сказать, к нашему вязанию. Смотрите, теперь особенность, так сказать, кофточки дюфель, это, конечно же, его жакетообразный вид и кармашки. Я буду кармашки делать сейчас у себя на кофточке с полосками, поэтому они будут у меня не внутренние, а внешние. Как бы, в принципе, для тех, кто хочет научиться внутренние карманы, я могу записать отдельный урок, но сегодня я вам хочу показать именно, как сделать, так сказать, саму непосредственно кофточку дюфель. Если же вы хотите карманы научиться правильно как бы внутренне вязать, то оставляйте пожелание, если наберется как бы хотя бы 10 человек желающих, то, конечно же, я вам покажу. Сейчас я не заостряю на этом внимание непосредственно на карманах. Там нужно будет провязать высоту 33 где-то ряда, и в 34 ряду нам нужно будет 3 петелечки провязать, затем 16 закрыть и дальше довязывать лицевыми. Сейчас я этого делать не буду, еще раз повторюсь, у меня карманы с полосочкой, у меня со вставочкой женские карманы. Итак, так как у нас левая полочка идет с петельками, нам сейчас нужно будет провязать до первых, так сказать, до нижних петелечек. Так как мы вяжем с нижней стороны, нам нужно будет провязать 34 ряда туда-обратно. И смотрите, спинку мы с вами вязали... Первую кромочную снимали, последнюю кромочную провязывали изнаночной. На левой полочке и только на левой нам нужно будет провязывать все петельки, даже кромочную лицевой. Почему? Я вам сейчас покажу на примере спинки, почему я вам говорю, что левую полочку мы будем вязать с лицевыми петельками кромочными. Смотрите, когда мы будем провязывать правую полочку и вязать последнюю кромочную изнаночную, у нас красивый будет вот такой вот краешек. Обратите внимание, очень красивый. Если же мы левую провяжем кромочную изнаночную, то у нас получится косичкой уже наверх. То есть, обратите внимание, то у нас было на низ, а так наверх. Если мы будем провязывать сейчас кромочную лицевой, у нас получится точно такой же красивый край косичкой во внутреннюю сторону. То есть, как бы косички у нас будут во внутреннюю сторону обоя. Если же мы провяжем и левую, и правую полочку кромочную, изнаночную, то у нас получится вот такое вот различие. Смотрите, то есть, косичка будет одной стороны повернута во внутреннюю сторону, а второй на внешнюю сторону. Чтобы вот такого разнобоя не было, который плавно перерастет в капюшон, мы будем провязывать сейчас все лицевые петельки. Так скажем, правая полочка будет вязаться так же точно, как и левая. Но там вы не будете делать петельки. То есть будете провязывать кромочные, последнюю изнаночную, первую снимать. Я думаю, что вы сейчас свяжете левую полочку, правую вам будет точно так же легко вязать. Итак, вяжем 34 ряда просто лицевыми петельками. И мы с вами встретимся на 35 ряду. Провязали 34 ряда. И так как 35 ряд это у нас изнаночный, поэтому я вам предлагаю его тоже провязать просто лицевыми. Переворачивайте, у нас 36 ряд. На нем мы будем делать петельки. Я сначала думала 34, но сейчас понимаю, что это изнаночный ряд. Поэтому перевернув снова на лицевой, так как лицевой у нас вот косички считаются, то провязываем следующим образом.
Кромочную снимаем не провязанной. Затем провязываем 3 лицевые. 1, 2 и 3. Теперь провяжем вместе 2 лицевой. Вот так вот 2 вместе. И делаем накид. Так как мы сократили 2 петельки, провязали вместе и сделали накид, у нас взаимозаменилось сокращение прибавление. И теперь провязываем 19 петелек лицевыми просто. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 и 19. 19-ю я вам предлагаю не довязывать, а сразу же делать вот так вот 2 петелечки вместе. То есть получается у нас после накида 18 провязанных лицевыми и 19-я, 20-я провязаны вместе одной лицевой. Снова делаем накид и довязываем ряд этот до конца. Не забываем, что кромочные у нас все полностью лицевые. То есть первая снимается, последняя провязывается лицевой. И это только на левой полочке. На правой там будете делать все как обычно. Последняя кромочная, изнаночная. Правую вы просто будете провязывать полностью все петельки лицевые, кромочная, изнаночная. Вот так как это левая, мы провяжем лицевой. До проймочки. Затем сделайте проймочку, как мы делали с вами на спинке с правой стороны сокращения. Итак, перевернули на изнаночную сторону и вяжем до момента накида. Все полностью петельки лицевые, все как обычно. И я сейчас продолжу. Делаем проймочку на правой полочке. И довязываем, получается, до проймочки 20 сантиметров провязываем, а затем от проймочки, от сокращенных 4 петель для проймочки, довязываем 32 сантиметра и затем делаем плечевой скос 15 петелек, сокращаем, так как на проймочку 4, только сверху делаем 15. И оставляем оставшиеся 29 петелек, оставляем на дополнительной спице. В общем, это так мы будем делать правую полочку. Левую я вам сейчас показываю. Итак, довязываем лицевые, вот у нас накид. Накид мы провязываем просто лицевой, то есть не скрещенной, а просто классическим способом лицевой. 2 вместе мы провязываем просто лицевой, там где было 2 вместе, до следующего накида. Довязываем полностью все петельки лицевые. И снова дойдя до накида, мы просто его провяжем за переднюю стеночку лицевой. То есть никаких перекрещенных петелек мы не будем. Благодаря тому, что мы накид просто провяжем классической лицевой петелькой, у нас получается, вот посмотрите, дырочка. Вот эта дырочка и будет петелечка. Ее можно, если хотите, обработать будет края. Но, честно говоря, у меня пуговички большие, я не буду их обрабатывать. Края у меня просто будет такой, скажем так, простой вариант кофточки. Итак, смотрите, мы с вами сделали сейчас вот такие вот 2 петелечки для пуговичек. Хотите, можете для полной, ну, так сказать, достоверности, хотите, можете продеть свои пуговички, попробовать, пролазят ли они. То есть, вот, как вы видите, у меня большая пуговица. Вот. Я попробовала, она у меня проходит. То есть, я всегда делаю маленькие дырочки, так как на вязаных вещах очень быстро растягиваются петельки. Если у вас пуговички меньше, чем у меня, то есть они у вас, так сказать, свободно проходят вот здесь вот, то я вам предлагаю под свои пуговички просто обметать здесь краешек. И сейчас мы продолжаем вязать лицевыми туда-обратно, кромочные тоже лицевые. Я каждый раз буду это повторять для того, чтобы вы помнили. У нас вот, как вы видите, косичка красиво отвернута на изнаночную сторону. В общем, я повторяю это для того, чтобы вы, как говорится, не забывали об этом. И сейчас мы вяжем полотно дальше без петелечек, без ничего, до проймочки. То есть довязываем от начала вязания до проймочки 20 сантиметров. Затем я вам покажу, как будем делать проймочку. Итак, вот я провязала высоту. У меня 20 сантиметров.
38, так сказать, изнаночных рядов и петельки с правой стороны, ближе к правой стороне. Итак, мы на левой полочке сейчас будем делать проймочку с левой стороны. Переворачиваем на изнаночную сторону вязание и начинаем закрывать 4 петельки. Первую кромочную снимаем, затем вторая лицевая, кромочную одеваем на лицевую. Снова лицевая, кромочную на лицевую. Лицевая, кромочную на лицевую. Четвертый раз лицевая, кромочную на лицевую. Таким образом мы сократили с вами снова 4 петельки. Таким же способом будете закрывать и на правой полочке, только с лицевой стороны. Здесь я повторяться не буду, точно так же провяжете, так сказать, с лицевой стороны, только учтите, что у вас ниточки вот эти, которые для пришивания оставляемые, будут с левой стороны. Можете, в принципе, на правой стороне не оставлять, так как мы оставляли на спинке тоже ниточки для пришивания, поэтому, в принципе, можете не оставлять так много ниточек. И точно так же провяжете 38 изнаночных рядов или просто 20 сантиметров. Я вам советую считать ряды, чтобы была кофточка, так сказать, ровненькая, красивенькая. Ну, то есть не просто, чтобы было 20 сантиметров, потому что вы в первый раз можете растянуть по мере 20 сантиметров, а во второй раз можете, так сказать, в общем, лишние ряды, так сказать, провязать можете. Таким же образом закроете для проймочки петельки и продолжаем этот ряд провязывать до конца, как всегда, лицевыми петельками. Довязав до конца ряда, разворачиваете на лицевую сторону и начинаете отсчитывать. Лицевой сейчас ряд будет. Это 1, изнаночный 2, 3 лицевой, 4 изнаночный, 5 лицевой, 6 изнаночный. Провязываете 6 рядочков и далее мы с вами снова будем делать ряд с петелечками. Провязали еще 6 рядочков. И на лицевой стороне у нас проймочка получается с левой стороны. С лицевой стороны мы начинаем делать второй, так скажем, ряд с петелечками. Первую кромочную снимаем. 3 лицевые. 1, 2 и 3. Далее провязываем 2 вместе петелечки одной лицевой и делаем накид. Провязываем 18 петелек лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 и 18. Далее провязываем 2 вместе одной лицевой и делаем накид. Довязываем до конца просто лицевыми. Вот. Провязываем до конца, до самой проймочки. Проймочку также провязываем лицевой, последнюю кромочную. Вот, дошли до проймочки, лицевой провязали. Теперь смотрите, продолжаем изнаночный ряд просто лицевыми вместе с накидом. Накиды не перекрещены, как делали первый раз. Почему я вам сказала провязать еще 6 лицевых? В идеале наши петелечки как бы должны быть поближе, ну, то есть друг к дружку, то есть, вот как вам сказать, более квадратным. Но почему я вам предложила еще провязать 6 как бы рядочков, то есть приблизительно петельки у нас на уровне проймочки. Вот, вот таким образом должны быть. Но почему я вам сказала выше? Потому что я уже предыдущие разы, когда вязала кофточку, там, где у нас капюшончик, мне кажется, что там слишком, так сказать, низко сделаны эти пуговички. Там буквально сантиметра 2 не хватало до того, чтобы ребеночку как бы более закрыть, как бы более открытая шея получается, вот если вот здесь расположены пуговички. Если чуть выше, там более закрыто и, ну, как бы красиво, гармонично смотрится. На камере кажется, они очень далеко друг дружка расположены, но на самом деле вот вживую вы увидите, что
они, в принципе, не так далеко, как на камере расположены. То есть вот кофточка у меня, пол кофточки, так скажем. Ну вот, где-то вот так вот еще будет часть вашей кофточки. И они довольно-таки хорошо и нормально смотрятся. Не слишком далеко, скажем так, бо камера, смотрю, что она еще более, как бы, удлинила, так сказать, расстояние. Вот. Если вы хотите более, чтобы квадратиком, и вас в принципе устраивает, то хотите, можете на уровне проймы, то есть в том ряду, где сделали пройму, перешли на лицевую сторону и провязать вот эти петельки. Но, честно говоря, я вот почему-то решила здесь, еще раз повторюсь, для того, чтобы была более закрытая шейка. Она очень открытая получается, то есть кофточка получается как бы такая декоративная, не знаю, в общем, как сказать, как накидочка. А так она более кофточка, которая закрывает ребенку грудку. Итак, в общем, провязываем высоту до плечевого скоса, то есть 32 сантиметра от начала вязания до конца. И мы будем делать плечевой скос. Закончили провязывать высоту кофточки 32 сантиметра. И с изнаночной стороны, со стороны нашей, так сказать, проймочки с внутренней стороны, мы сейчас закроем снова 15 петелек плечевого скоса, как делали на спинке, только с одной стороны. Кромочную снимаем, следующая лицевая, делаем протяжку, одеваем кромочную на лицевую, снова лицевая, делаем протяжку, одеваем предыдущую петлю, лицевая, предыдущую петлю одеваем. Это 3. Теперь снова лицевая, предыдущую петлю, это 4, лицевая протяжка 5, лицевая протяжка 6, лицевая протяжка 7, лицевая протяжка 8, лицевая протяжка 9, лицевая протяжка 10, лицевая протяжка 11, лицевая 12, лицевая 13, лицевая 14. И последняя протяжка, 15-я лицевая протяжка. Я заканчиваю коротенькой спицей. Если вы не коротенькой, в принципе, хотите длинной. То есть нам нужно сейчас вот эти петельки, которые у нас остались на левой спице, довязать на дополнительную спицу. То есть можете одеть сразу коротенькую и на нее провяжите оставшиеся лицевые петельки. Вот так вот. Провязываем лицевыми до конца и оставляем на дополнительной спице. Довязали ряд до конца, и у нас получилось вот на дополнительной спице открытые петельки. Обратите внимание, мы сейчас на лицевой стороне, так сказать, у нас полотно, и петельки у нас все полностью изнаночные. То есть вот этот ряд закончили мы, так сказать, вот на лицо у нас с нового ряда ниточка. У вас так она и должна быть. И желательно этот моточек, то есть который у вас, с которого вы сейчас закончили вязать, моточек не отрезайте. То есть вы будете отрезать на левой стороне, соответственно, оставляете небольшую ниточку для шва, так сказать, для шва на скос, вот так вот. Там мы тоже закончим изнаночным рядом. Точно так же и спинку. Если вы обратите внимание на спинку, мы закончили, так сказать, на дополнительной спице точно так же изнаночными петлями, то есть изнаночным рядом. Вот у меня лицевая сторона, лицевую мы, как вы не забыли, если определяем по косичкам. Вот она, лицевая сторона, тоже закончили изнаночными петлями. И сейчас снова набираете заново 48 петелек и начинаете вязать полотнище. Вяжете до 20 сантиметров. Затем вывязываете с правой стороны на лицевом ряду проймочку. 4 петелечки. Как я вам показывала, как всегда, лицевая, на нее одеваем кромочную, затем лицевая, на нее предыдущую петлю одеваем, лицевая, на нее предыдущую. Так 4 раза. Затем закрыли проймочки. Довязываем до высоты нам нужной полочки. То есть всего мы вязали высоту полочку и спинки 32 сантиметра. Довязываете 32 сантиметра, снова закрываете, получается с лицевого ряда 15 петелек.
Как и здесь мы делали только с изнаночного ряда, там с лицевого ряда подряд 15 петелек. Снова кромочную снимаете, лицевую провязываете, на нее натягиваете, протяжку делаете кромочную, затем снова лицевую, предыдущую петлю на нее и так далее. 15 петелек. И в итоге у вас получится вторая полочка. То есть так как мы вяжем без кармашков, без, так сказать, внутренних кармашков, то вам нужна идентичная такая же точно полочка. По размерам желательно считайте всегда вот эти вот изнаночные ряды, чтобы у вас не просто было 20 сантиметров, а то есть ряды совпадали количество правой полочки с левой. Точно так же спинка совпадала с полочкой. Обязательно учитывайте этот момент, потому что сантиметром не всегда вы померяете идеально. Бывает, полотно растягивается, бывает наоборот сужено, неровная поверхность и так далее. В общем, множество нюансов, поэтому учитывайте это. И, соответственно, правую полочку вы вяжете кромочную, не забывайте, провязываете изнаночной. Первую снимаете, последнюю изнаночную. Не так, как здесь все петли лицевые, а кромочную изнаночную вяжете. Для того, чтобы у нас, еще раз повторюсь, были красивые ровные краешки. И мы с вами продолжим далее. Итак, вот я связала правую полочку, у меня на лицевом ряду я сделала проймочку через 20 сантиметров, затем еще довязала до 32 сантиметров высоты, посчитала количество рядов, у меня получилось 59 изнаночных полосок, что на правой, что на левой, и я закончила ряд провязывать, получается, с лицевой стороны лицевыми петлями, то есть когда сделала плечевой скос, довязала этот ряд лицевыми. Но, как вы помните, у нас левая полочка и задняя часть спинка закончены изнаночными рядами. Поэтому здесь мы, довязав лицевой ряд до конца, разворачиваем и эти петельки довязываем на дополнительную спицу просто до конца лицевыми. То есть, если вы развернете сейчас на лицевую сторону, они у вас будут изнаночными. Почему мы вот это довязываем? Для того, чтобы у нас, так сказать, были все петельки на одной стороне. То есть, раз изнаночная, значит все изнаночные. Если была бы лицевая, допустим, две полочки, так сказать, лицевые, или там спинка и полочка лицевые, то тогда мы довязывали третью деталь тоже на лицевую сторону. Так как две изнаночные, мы довязываем на изнаночную. Итак, провязали здесь у нас на лицевой стороне правая полочка, получается, изнаночными окончена. И эту ниточку вы можете обрезать, но опять же, обрежьте ее не слишком маленькой для того, чтобы мы потом шили вот этот плечевой скос, то есть вот эту детальку со спинкой. То есть обрезайте эту ниточку, она не нужна. С левой полочки ниточку мы будем вязать, ею продолжать. И теперь что еще я хочу сказать. Мы с вами продолжим вязать рукавчик во второй части.